так же обстоит и с нашим прошлым. Попытаться воскресить его – напрасный труд. Все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи, в том ощущении, какое мы от него получаем, там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так и не найдем, это чистая случайность. Представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши.